В Ульяновске наградили участников конкурса «Лучший учитель информатики» по итогам 2021-2022 года. В регионе он проводится уже в пятый раз. Дмитрий Старостин в конкурсе участвует третий раз. В этом году он стал лауреатом второй степени. Среди его учеников – выпускники со 100-бальным результатом ЕГЭ, победители олимпиад и конкурсов по информатике. Действительно, дисциплина очень-очень динамичная, поэтому, когда ты работаешь учителем именно информатики, ты должен постоянно учиться, ежегодно осваивая что-то новое, ежегодно проходя какие-то курсы. Без этого действительно ты не сможешь давать ученикам именно актуальную на сей день, на сей момент информацию. Школьники в лице Дмитрия Владимировича видят демократичного учителя, который, как старший товарищ, всегда придет на помощь, объяснит ошибки, поможет с решением. Да, иногда бывает сложно, что-то непонятно, но я могу подойти к Дмитрию Владимировичу, спросить у него, что и как. Он все в подробностях объяснит, расскажет, где я ошибся, где я не прав, что мне нужно сделать, чтобы исправиться. В этом году заявку на участие в конкурсе подали 60 учителей. Оценивали конкурсантов жюри. Это преподаватели профильных факультетов ульяновских вузов, а также представители IT-отрасли. В этом году лауреатом премии стали 15 педагогов. Учителя оцениваются по трем основным позициям. Это качество подготовки выпускников, обучающихся. Это личный вклад учителя в саморазвитие и профориентационные мероприятия в рамках конкурсного отбора и поддержки IT-отрасли. Лауреаты первой степени получили денежное вознаграждение около 35 тысяч рублей, второй и третий по 25 и 15 тысяч рублей соответственно. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.